Всем привет, меня зовут Лена. Я подумала, что давно я не готовила никаких салатов, поэтому в этом видео я решила приготовить вкусный салат. И еще этот салат можно завернуть в лаваш, и получатся очень вкусные рулетики из лаваша. Этот салат без майонеза, и он вегетарианский. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и продолжайте смотреть это видео. Сначала готовлю салат. Разрезаю сыр на две части и перекладываю его на противень. Сверху посыпаю копченой паприкой, черным перцем и солью. Пальчиком равномерно распределяю приправы по сыру. Сыр запекаю до легкой золотистости. Корочка не нужна. Нарезаю зеленый лук. Перекладываю сыр в тарелку и оставляю его в сторонку. Нужно, чтобы он остыл. С укропа обрываю веточки. Это мое личное предпочтение, можно не обрывать. Нарезаю укроп и отправляю его к луку. Нарезаю сыр кубиками. Отправляю сыр в миску к остальным ингредиентам. Посыпаю горошек. Предварительно я уже слила с него жидкость. Добавляю соль, черный перец и сметану. Все перемешиваю. Получается вкусный вегетарианский салат. Но я решила сделать все-таки рулетики из лаваша. На лаваш выкладываю салат. Заворачиваю и разрезаю на две части. Лаваш можно использовать любой. Спасибо, что посмотрели это видео. Я вам всем желаю хорошего дня и пока, до новых видео!